Волгоградская область, как и вся страна, готовится к празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве. Телерадиокомпания «Волгоград ТРВ» работает над созданием сразу нескольких проектов, посвященных подвигу советского народа. Один из них – «Сердца Сталинграда». Ветераны из разных уголков страны делятся своими воспоминаниями. Сегодня о битве на Волге рассказывает Дмитрий Данилович Еренко. Сейчас фронтовик живет в Астрахани. Бомбы летят, свист. Да тонна, куда ты будешь? Куда-то прятаться. Совершенно правильно. И мы тоже. Нас вытаскивают и говорят, если только еще раз совершит, мы вас расстреляем. И там некогда думать было. Орудие огонь. Все успеваешь, только промахнуться, не дай бог на одно деление ошибиться. Каждое деление 50 метров. Я должен по стрелке точно двухтонный ствол я должен через дверь шестерить поднять. Девчонки, им было, мне 17, они вот сейчас им по 90 лет, на 2 года 3, а им 20 лет было. Вот они берут 20 килограмм этот снаряд и тащат нам. Мы берем у них из рук, складываем и делаем. Вот это в ночное время. Я 3 раза за всю войну помылся, понимаете. Вши вот так вот мы их выгребали. Вши летели. Вот мы, по-моему, тоже холодно было. Они что-то... Они выживали. Да.